чистим межзубные промежутки без боли и травмированной десны. Скрытый кариес, его еще называют контактным, локализуется в промежутке между зубами. Но и щетка не может очистить промежутки между зубами. В результате, там, где не происходит очищение, скапливается налет бактерий и развивается кариес. Чтобы не допустить развития кариеса, нужна качественная домашняя гигиена. Но зубной щетки и пасты недостаточно, поэтому для очистки межзубных промежутков мы используем дополнительные средства. Межзубные ёршики и силиконовые зубочистки – это мощные средства профилактики контактного кариеса совместно с зубной нитью. Межзубные ёршики помогают удалить налет и остатки пищи в межзубных промежутках. Зубную нить вводим по одной поверхности зуба, выводя на другую поверхность зуба. В норме она входит со щелчком. Если у вашего ребенка широкие межзубные промежутки или наоборот скученные зубов, то врач поможет вам подобрать индивидуальные средства. Что касается ирригатора, это дополнительный инструмент для поддержания чистоты в полости рта. Ирригатор не способен удалить налет, от которого возникает кариес. Да, он может убрать остатки пищи, но полноценно с этой задачей может справиться зубная нить и ёршики. И, конечно, регулярно приходите на профилактические осмотры и проведение профессиональной гигиены к нам в Dental Fantasy.